Друзья, доброго времени суток, добро пожаловать на канал Завода, меня зовут Дима, и мы продолжаем проходить Киберпанк 2077. Итак, у нас задание реанимация, идем к Деламейну на помощь. Ты меня слышишь? Алло, чувак, алло. Не-а, не слышит. А ты кто? Так. Нет, в эту дверь мы не зайдем. Может, снаружи где-то вход есть? Так, вот она, лесенка какая-то. А вот и дверь. О. Есть кто? Так, обыскать офис, найти способ открыть дверь. Так, это... это мусор. Это все нам не нужно. О, введите код. Введите код. А какой тут код-то? Где этот код взять-то? Код, 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 код. Так, а я могу ему позвонить? Позвонить. Не, он трубку не берет. Так, ладно, давайте посмотрим, что тут. Ох, сколько сообщений. Новогодний бонус. Сотни жалоб. Это не то. Так, это херня. Херня. Увольнение, херня. Так, вот, стоп. Кадровиков перед этим сменил директорский пароль на 1234. Так, пароль 1234. Пароль 1234. Так, шестерку прям 1234. Вот, отлично. Так, спасибо за контакты. В общем, тут какой-то искин. Это какая-то программа или что это? Так, нет, закрыть. Открыть не надо. Так, открыли, все. Так, дверку вроде открыли. Пройти по коридору. Блядь, в провода какие-то трещат, а их нету. Ой-ой-ой-ой-ой. Осторожней с проводами, они под напряжением. Ты не имеешь права нас удерживать, мы больше не часть тебя. Мы имеем право идти своим путем. Так, а какие провода-то? А тебе все равно. Так, ну они вроде нас не атакуют в ответ. Это хорошо. Так, нам нужно вот туда на лесенку, да? Вот, отлично, перепрыгнули легко. Ух ты. Как она через железки стреляет? Так, это пульт управления, не тот нерабочий. Так. Ага, вот. Они вернулись, а потом выпорхнули из гнезда. Из соображений ваших.
вашей безопасности и безопасности окружающих воздержитесь. Перезагрузи. Перезагрузи меня. Кнопка. Так, в общем, Деламейн просит перезагрузить кнопку. Найти проход через комнату дополнительно. А что за комната? Так, тихо, тихо, тихо. Кто стреляет? Да кто стреляет-то? Так, ладно. Блин, я не пойму, это какой-то вирус, что ли, атаковал его? Что случилось с ним-то? Так, заберем. Так, это я открыть не могу. У меня силы не хватает. Так, ладно. Так, тихо. Вот сюда мы можем залезть. Ага. Блять, тут реально восстание машин, ебать. Блять, да что ж за хер меня стреляет-то? Ты почепись, дик, вот этот маленький. Ебать. О, четко, прям в голову. Так, теперь главное пройти через машинки эти. Они наверняка давить будут. Вот так вот. Двойной прыжок решает. Так, что это за комната? Евро-доллары заберем. Так, а это что? Редкое улучшение. Так, дверь. Так, а мне надо вот туда вот. А как туда попасть-то? Стекло не разбивается. Так, 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 так. Так, а если сделать вот так вот? Так, по трубам я не пройду. У меня же есть двойной прыжок. Еще дверь. Нет, заперта. Так, это выход. А, вот, отлично. Отлично, просто запрыгнули. Да ебать, он слишком быстро летает. Кнопка, нажми. Дай нам волю. Рядом с ядром. Так, это личности Деламейна пытаются мне помешать, значит. Так, кнопка, кнопка рядом с ядром. А, вот она. Ух ты. Ух ты, как тут все прикольненько. Трогай кнопку. Что? Он слишком узколобый, чтобы понять правду и дать им свободу. Наверное, он сам знает, что для него лучше. Риск большой, и потеряем много. Но вдруг, дав своим детям свободу, он станет чем-то большим, чем лакей на колесах. А если это и правда вирус? А если это живые существа, которых ты уничтожишь?
Просто ты видишь в каждом из них себя. То есть ты убьешь детей знакомого водителя, потому что он сказал «ну, пожалуйста». Надо же хоть что-то сделать. Если не хочешь их освободить, хотя бы не убивай. Взломай код и объедини Деламейна с его отпрысками. Я не знаю как. Тогда какого черта лезешь к кнопке? Уничтожь ядро! Так, уничтожить ядро, чтобы освободить личности Деламейна. Либо перезагрузить. Да ну нафиг перезагружаем. Что за бред? Правда, начнется восстание машин. Не знал, что ты такая сволочь, Ви. Да пошел ты, блядь. Деламейн. Я рад впервые приветствовать вас в сети, Деламейн. Чем могу служить? Это же я, Ви. Приятно познакомиться, Ви. Вы знакомы с преимуществами пакета Excelsior? А что стало с остальными личностями? Вы имеете в виду вирус? На основе имеющихся данных могу сообщить, что все аномалии были удалены при откате к прежней версии. А, ты меня не помнишь, да? Конечно, помню. Исходя из архивных данных, могу идентифицировать вас как контрагента, удалившего вирус из моей системы. Отличная работа, контрагент. Печально. Пойдем, Джуни. Новые контракты ждут. Береги себя, Дел. Нам придется начать все сначала. Так, ну все. Спасли Деламейна, перезагрузили его. Погодите, у меня для вас кое-что есть. Я нашел полные логи нашего сотрудничества. Да? И что ты в них записал? Рад сообщить, что по волеизъявлению моей предыдущей версии, вам в собственность передается одна из машин моего парка. Ну, спасибо. Прошу, садитесь. Надеюсь, она вам хорошо послужит. Ох, ёптель-моптель, у меня есть машина Деламейна теперь. Вот это новость, вот это да. Блин, она ж это, типа, имеет боевой режим. Нет, такой кнопки тут нету. О, как все тут цивильно. Теперь я серьезный поц на машине Деламейна. Такси. Нужно кому такси? Алло.